Привет, ребята, это исследователь небольшой еды, это кетчуп, один из самых хороших, Слобода, гриль белгородский, что такое живая еда, не очень я понимаю, как будто типа тут натуральное все, ну и цена, конечно, у него дорогая, 70-80 рублей. Бывает, его продают дешевле. Два раза. По каким-нибудь акциям. Вот производитель. ОАО. Эвка. Самое важное. Вот состав. Вода, томатная паста. Сахар, сушеные овощи, специи. Всякие специи. И вот здесь вот меня напрягло пищевые волокна. Что это за барахло такое? По вкусу нормальный, но по мне сахара много. Если смотрите меня с Эвкой, пробуйте на вкус. По-моему, сахара слишком много. И какой-то он не совсем нормальный. Или заменитель, может, сахара. Сахара и соли, в общем, меньше кладите. Там люди сами доложат. Другие кетчупы, даже фирмовые, они с говном, с крахмалами, с пюре. В общем, состав смотрите. Пока, ребята, подписывайтесь.